сегодня, да? Дух сошел, поистину сошел, вот я придумаю. Вы, наверное, думаете, почему у нас на голове сегодня такие украшения? Я хочу вам объяснить. Когда Христос шел на крест, ему одели терновый венец. Это венец, который каждый из нас заслуживал. Но он его претерпел, он за нас пострадал. И теперь мы не заслуживаем уже этот венец Божий. То есть мы заслуживаем, но мы не носим благодаря Ему. И Он дал нам венец нетленный. И Дух Святой сошел на землю 50-й день после воскресения. И обновил нас силой, и дал нам свежесть, свежий венец, зеленый, новый, нетленный. Вот такой вы все имеете, только он не будет вянуть никогда. Аминь. Детки сегодня начнут вас поздравлять. Все, пожалуйста.
Дорогие дети, не уходите. Сейчас мы за вас помолимся. Все выходите, пожалуйста.